Едва с тверских улиц сошел снег и пропала гололедица, как появилась еще одна проблема. Впрочем, касается она больше пешеходов. Всю зиму дороги посыпались песко-соляной смесью и реагентами. К сожалению, вместе с осадками они не растаяли, а остались лежать плотным слоем на асфальте, на тротуаре и на проезжей части. На прошлой неделе на городские улицы вышли рабочие и техника, чтобы привести город в порядок после зимы и дать его жителям возможность дышать полной грудью. За ходом генеральной уборки наблюдал наш корреспондент. Зимой песко-соляные смеси и реагенты стали настоящим спасением как для пешеходов, так и для автомобилистов от гололедицы. В этом году ими щедро посыпались обледеневшие дороги и тротуары. Снег апрель в массе своей растаял, а вот посыпка осталась в буквальном смысле крупным сором в глазах жителей Твери. На городских улицах песок плотным слоем оседает в карманах остановок и на парковках, а также на проезжей части. Как правило, самая большая порция достается крайней правой полосе. Песок лежит довольно плотным слоем, его даже трудно просто так, без специального инструмента, счистить. Это карман парковки. Аналогичная ситуация и на некоторых остановках общественного транспорта. Местами песок буквально сросся с асфальтом, а кое-где наоборот. При первом же порыве ветра взмывает вверх. Попавшие в такую песчаную бурю пешеходы жалуются на засоренные глаза, аллергический кашель и грязную одежду. Автомобилисты на плохую видимость. Всю зиму сыпали, а вот надо убирать уже для движения, без, ну, опасно. Там мусор, там песок везде, здесь везде. Этот песок неужели до сих пор нельзя убрать, вот этот песок? Уже зима кончилась. Ветер его поднимает, и мы им дышим элементарно, да, все на лицо летит, на одежду. Ну, проезжая часть выглядит довольно чисто, нежели обочина. Работа идет. А работа действительно идет. Городская администрация сообщила, что на прошлой неделе с улиц областной столицы МУБЖЭК вывез порядка 14 тонн смета. Наша съемочная группа застала сотрудников предприятия с лопатами и уборочную технику в самый разгар процесса уборки. Работы велись на крупных тверских магистралях, на Смоленском переулке и улице Вокжанова. Здесь от смета бригада очищала проезжую часть. Ну, много задействовано людей и техники. Уборки песка с дороги, наводим чистоту в городе. А много работы, фронт большой? Зима-то снежная была, поэтому и работы хватает. Дорожный песчаный смет, как считают специалисты, это не просто неудобство для автомобилистов и жителей многоэтажек, расположенных вдоль оживленных магистралей. В этих случаях ядовитая пыль лишь оседает на кузове и окнах. Стоит помнить, что в первую очередь этот песок может представлять опасность для человеческого здоровья. Дорожный смет аккумулирует токсичные загрязнения, в том числе от дорожного транспорта. Здесь и содержание мышьяка, и свинца, и никеля, и других опасных веществ. В такие периоды чувствительным гражданам стоит беречь органы дыхания и глаза, запастись респираторами и антигистаминными препаратами.